Резонансное задержание с поличным высокого полицейского чина в Воронежской области на взятки крупного размера за покровительство в коммерческой деятельности получило продолжение. Сегодня следственным управлением предъявлено обвинение начальнику отдела МВД по Павловскому району ГУВД по Воронежской области. Обвинение предъявлено по пункту Б части 5 статьи 290. Это квалифицируется действие как получение взятки в крупном размере. Начальник обвиняется в том, что в период с января 2014 года по март 2015 года регулярно получал от предпринимателя незаконное вознаграждение. И 17 марта при получении очередного платежа в размере 50 тысяч рублей был задержан. В настоящее время предъявлено обвинение, что за данный период времени незаконно получено было денежное вознаграждение в сумме свыше 200 тысяч рублей. А сам обвиняемый что по этому поводу говорит? Он не признает свою вину? Вины не признал. И заявлено ходатайство о необходимости подготовки, необходимости более детального изучения постановления о привлечении в качестве обвиняемого и подготовки для дополнительного допроса.